мотоциклов штук 20 и человек 50 пехоты. Контакт! Боря! Наша задача здесь исключительно обучение местных бойцов. Просто думайте как противник, тогда сразу поймешь, куда пойдут основные удары. Мне вроде сказали, здесь боевых действий нет. Как только выбор, сразу фейерверк со стрельбой начинается. Крыс, абандуны! Серьезные ребята. С чада идут 100 наемников. Понятно, значит, за местными мечается. Русские умеют воевать и, к сожалению, делают это хорошо. Их нельзя победить только силой. Американцы же, они за демократию борются. Мы за справедливость. Мерси. Он пикап с пулеметом уничтожил и девчонку раненую вытащил. Кто? Турист?